Защитить белорусский рынок товаров и услуг, развивая его и делая таким, чтобы он обеспечивал не только потребности населения страны, но и давал возможность зарабатывать валюту за рубежом. Такое поручение накануне дал органам власти, предприятиям и бизнесу глава государства Александр Лукашенко. Эта тема и стала ведущей на заседании Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь, которое состоялось накануне на Брещине. Сегодня доля частного бизнеса в некоторых отраслях экономики достигает рекордных показателей 80-85%. Именно негосударственные предприятия первыми активно откликаются на запросы потребителей и идут в ногу со временем. А потому именно частники могут и должны стать той самой опорой и основой современной экономики. Очень много успешных предприятий, и мы видим это по результатам работы, потому что если взять бизнес, мелкий бизнес, средний бизнес, в принципе, у нас получается, что процентов 30 до 30 уже сейчас бюджетных наполнений области мы получаем с этого сектора экономики. И надо сказать, что и около 40% товаров на экспорт тоже идет именно от малого и среднего бизнеса. Поэтому это уже само собой показывает, что у нас немало таких предприятий, которые успешно развиваются. Успешный предприниматель – это человек, который не на словах, а на деле показывает, как нужно хорошо и продуктивно работать, выстраивая по кирпичику залог будущего благополучия. А потому в программе заседания Совета немалую часть времени заняло посещение берестейских предприятий. Первым в маршруте было открытое акционерное общество «Савушкин продукт». Уже не первый год это молокоперерабатывающее предприятие на личном примере демонстрирует справедливость постулата о том, что не только переработать сырье, но и продать готовую продукцию тоже нужно уметь. И успешность их работы много лет подтверждается как государственными наградами, так и народной любовью. Залог успеха – труд, труд и еще раз труд. Не покладая рук, мы работаем круглые сутки, 365 дней в году, 24 часа в сутки. На все цеха работают круглосуточно. Все производства, что в Бресте, что в Пинске, в Столе. Поэтому, естественно, тяжеловато, но тем не менее, я считаю, что это дает положительный заряд людям. Во-вторых, это все подкрепляется заработной платой. И люди понимают, за что работают и для чего работают. Не случайно в список попали и Гефест-техника, и швейное предприятие «Панда». На протяжении многих лет эти компании, специализируясь на выпуске разной продукции, работают по схожим принципам. Создают качественный и востребованный товар, который продается не только на белорусском рынке, но и за рубежом. Здесь выпускаются плиты электрические, газоэлектрические, газовые плиты, настольные с духовкой, без духовки. Встраиваемая техника, вот духовки, духовые шкафы стоят сзади. И воздухоочистители. На сегодняшний день в пределах 150 модификаций только напольных плит, которые выпускаются на данном предприятии. Зато это позволило расширить узкие места в производственных мощностей и дать возможность перейти на поточно-массовое производство на головном заводе. В результате мы смогли, начиная с 2011 года, выпускать по 950 тысяч плит напольных в год. Это можно, если для сравнения, я вам скажу, на сегодняшний день такие объемы выпускают все заводы Российской Федерации. Примеры хорошо отлаженных и уверенно развивающихся производств – прямое доказательство того, что в нашей стране можно и нужно создавать свои предприятия и выпускать свою продукцию, которая без сомнения будет востребована. Это самый простой и в то же время самый надежный способ защитить свою экономику. Выбирая не белорусский, а иностранный товар, покупатель поддерживает и развивает чужие предприятия. Только в прошлом году из страны вывезли более 7 миллиардов долларов, закупая под потребительские товары. Еще около 3 миллиардов белорусы оставили в Польше. А ведь все эти деньги при иной насыщенности белорусского рынка могли остаться в стране и работать на развитие нашей экономики. Ведь доля критичного импорта, то есть товаров, которые Беларусь сама не может произвести, составляет всего 12-15%. Остальное мы можем производить сами, при этом лучшего качества и по хорошей цене. Наша страна и период работы в Советском Союзе всегда специализировалась на изготовлении товаров для населения и продовольствия, и легкой промышленности, и товаров быта и так далее. И мы можем это делать, и нужно это все делать достаточно более энергично, чем мы делали до сих пор. Да, успехи есть, но в целом рынок мы свой
теряем. На 25% увеличилось потребление импортных товаров. На 25%. Более 7 миллиардов долларов мы везли импорта. В том числе в продовольствии импорт составил 32%, а в непродовольственных товарах 64%. Это та черта, которая уже говорит о безопасности страны. Анастасия Стропко, Виктор Халявко, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.